Мыши и крысы в ответе за безопасность Израиля. В стране разработан новый способ досмотра пассажиров с помощью грызунов. Суть его такова. Животных в специальные клетки помещают внутрь рамок, которые есть на всех вокзалах и аэропортах. На человека, проходящего досмотр, дует вентилятор. Грызуны улавливают даже самые минимальные изменения аромата, уверяют ученые. Они хорошо чувствуют запах взрывчатки или наркотиков. Если он есть, они стремятся спрятаться от него подальше. Мышиную возню регистрирует специальная система. Она и включает сигнал опасности. Грызуны работают посменно. 4 часа следят за порядком и 8 часов отдыхают. Если биодетектор докажет свою эффективность, его установят во всех аэропортах Израиля.